2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В 9 сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2 TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SL TV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – $80 000. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров – $2.50. Смотри матчи в Dota 2 TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Keep supporting us. We've been doing a great job buying the tickets. I want you to follow our team on StarLadder. You can follow and support my team through StarLadder by purchasing StarLadder tickets in Dota 2. If you buy the ticket, the prize pool will get increased, so the money will end in my pocket. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет на лича и лоудинг-скрин с пиктограммой Star TV. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на StarLadder? Покупай билет, черепах. eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Именно так сейчас выглядит сеточка. Alliance, 3 игры, 2 победы, 1 поражение. По-моему, сеточка немного не обновилась с прошлой игры, и по-прежнему стата старая. Ну да ладно, по-моему, у них уже 4 игры, 3 победы и 1 поражение. Одолели они команду перед этим RockSkiz, который по-прежнему на третьей строчке, у них 4 игры, 3 победы, 1 поражение. Но сейчас встреча с Next KZ, который находится на 15-й строчке. 3 игры, 3 поражения, 0 очков. Возможно, сейчас появится первая победа, возможно, первое поражение. Ну что ж, перейдем к ростерам команд. Выглядят они на данный момент вот так. Next KZ, Mantis, Amazing, Reeves, Ватафака и Топор. Или Торок, я не знаю, как правильно это прочитать. Что ж, Alliance, Аки, Адмирал Бульдог, ЕГМ, Лоде, Эсфон. Неизменяемый состав уже на протяжении долгого времени. Ну и немного статистики, наверное, стоит разбавить этот скучный день. Next KZ. Среднее количество киллов за игру 18,2. Среднее количество смертей за игру 26,8. Самые пиковые герои. Это ЦМ-ка, Визаж, Бэтрайдер, Фурион, Алхимик. Самый большой винрейт 50% у Бэтрайдера. Ну, как-то так. Винрейт в играх 29%. Что-то не очень много. Ну, и команда Alliance, которую мы уже видели не раз. Kills 22,8, смерти 18. Самые пиковые герои Фурион, Чен, Медведка, Магнус и Найкс. Ну и винрейт 71,4% за 503 игры. Ну, а теперь сравниваем две команды. Да, достаточно сильно по всем параметрам обходит Alliance команду NextKZ, особенно по винрейту 29,4 против 71,4. Это очень сильно может отобразиться. ГПМ больше, чем на 2, хотя какие 2, 3 сотни. Experiments обходит Alliance NextKZ, это нереально много. Ну что ж,
10-секундная заставочка, мы набираем адеквату и врываемся к вам. Привет. Приветствую еще раз. Как дела? А, замечательно. Ну, и мы возвращаемся к пикам, которые, кстати, уже почти подошли к концу. Очень быстро напикали Alliance, даже не задели бонус тайм. Ну и тут Dazzle, Bane, Lifestealer, Pack. На XKZ Ember Spirit, Batrider, Leon, Shadow Demon и Morphling. Решили пойти в такой хардфарм. Я прям смотрю с этим морфом. Кстати, ты не заметил наплыв Морфлинга в последнее время? Опять-таки. Слушай, ну у меня что-то так редко попадались игры с морфлингом, мне больше с ликантропами всякими попадаются. Вот наплыв ликантропов я заметил, а вот чтобы морфлингов часто появлялись, ну, может быть, может мне просто такие игры не доставались. Адмирал Бульдог сегодня во всей красе просто. Да, Alliance, Фурион, погнали. Как мы это любим от них. Ну, сегодня один Ember Spirit не зашел против Alliance, посмотрим, как будет второй Ember Spirit действовать. Тоже, кстати, скорее всего, в мид отправится, да? Возможно, потянет, возможно, нет. Ember Spirit, да, я думаю, отправится в мид. Тут как бы вариантов-то особо и немного. Ну, не знаю. Может быть, на фарм пойдет. Ну, вчера Морфлинг в миде стоял. А. Как сегодня будет, я не знаю. Но Морф стоял в дабл миде. Возможно, сегодня увидим что-то похожее. Хотя я почему-то сомневаюсь. Думаю, все по стандарту будет Ember отправиться в мидл. Ну, судя по тому, что Морфинг перекачался уже полностью в агельце, то да. Наверное, все-таки прямая дорога ему только на легкую линию с суппортами. Не, вчера Морф тоже был полностью перекачан, но он, я же говорю, дабл мид был, поэтому к нему не подходили. Ну и что, next KZ. What the fuck играет на Ember Spirit, Mantis, Batrider, Dormam, что-то там, Leon, Reeves играет на Shadow Demon и Топор Морфлинг. Команда Alliance, Лода. Lifestealer, Аки, Dazzle, Пак, СФО, ЕГМ играет на Бенни и Адмирал Бульдог, понятное дело, Фурион тут без вариантов. Да, да. Сколько даешь времени? Давай накатку. Накатку? Не знаю, но мне кажется, здесь Alliance тоже должны побеждать. Может быть, не так быстро, как они побеждали в первой игре против RockSkiz, но не думаю, что, так сказать, сейчас, находясь в такой форме, способна одолеть Alliance. Вот как я думаю. Да, стата их на данный момент на StarLadder'е к этому не предрасполагает, скажем так. Угу. Ну и что, куда отправится Бульдог? Бульдог все-таки пойдет на оффлейн. Лучей удачи желает им топор. А топор это эквал или нет? Я не знаю на самом деле. Интересно бы. Профиль у него закрыт, я посмотрел сейчас с удовольствием, но он что-то как-то скрывается. Лода не понял, что такое лучи и удачи, и пожелал просто ГЛ. В принципе, одного и того же друг другу пожелали. Ладно, Леон со станом на лайне, Shadow Demon с дизрапшеном. Ну а тут Аки с ЕГМом выходят в мид, и уже будут цеплять. Слип. Но стан активный. Подхил. Ого. Очень много дэмэджа за счет Shadow Wave нанес сейчас Dazzle. И килл, кстати, забирает тоже он. Ну и Alliance начинает в своем стиле с первой же минуты доминацию. Ты посмотри, они не уходят, они остаются. А Vision нету, на XKZ, в этом-то проблема. И Ватафака сейчас погибает второй раз. Он не успевает уходить. Будет слип. Нет, нет, нет. Буквально, вот если бы еще секунда, то все. А вот развороте хорош, Ватафаку поймали все равно. Dazzle, SFO. Подхил. Пытается уйти, включил щиток, очень много дэмэджа налетает на спине, и пытается... И туда лизурёр. Кошмар. Да, это, наверное, то слово, которое здесь стоит употреблять. Если не забывать, что мы пользуемся цензурой, то можно было бы сказать что-нибудь другое. Ну, молодцы, Alliance. Что тут сказать? Два суппорта перемещаются с первых минут и уже обеспечили СФО как минимум победу на своей линии. А может быть и победу в матче вообще, потому что такой разгром на первых минутах это беда. Это печально, да. Ботла очень долго не появится. Здесь пытаются спануть Бетрайдера. Нет, Мантис улетает. Не хочет пойти по стопам своего медлового друга.
Большая проблема, конечно, что Vision не поставили на XKZ, причем у них варды стоят и вот на топе только один, не контролируя руну. И снизу то же самое, то есть они руны вообще не видят. Оставили ватафаку на растерзание этому паку и всем возможным гангам. По-моему, не самое лучшее решение в плане расстановки вардов. Ну и пытаются спануть Фуриона. Фурион с ботинком играет очень сейвово, тут же дергается, если кто-то в его сторону направляется. Руна инвиза на топе. И ее сейчас будет забирать Бейн. Или же Бэтрайдер. Нет, оставляет ее из фо. Там же с ботлом, да, зарядил, хорошо. Ну и ватафака. Безумно рад своим трем крипам, наверное. У пака тем временем уже 10. Хотя по левелам более-менее одинаковые они. За счет того, что там на троих делили экспо и лайнс. Да, по левелам одинаковые, но вот по денежкам Эмберу очень долго потеть еще на ботл. Тем временем, когда у ИСФО он уже есть, и 400 сверху. Может там сели ботинок какой-то притаранить или еще что-то. Ну и Аки отводит, фармит лода. Пойдет ли он в мидо, сейчас мы узнаем. У него, кстати, 6 тангусов. 12 танга. Ну, они, наверное, думали, что, может быть, так сказать, пошлют свою триплу на сложную линию, чтобы будут активно мешать лоде. Но нет. Здесь остался один бэтрайдер, и бэтрайдер, понятное дело, к лоде вообще не подходит. Крипам. И минус Эмбер Спирит очередной раз. Теперь уже только с помощью Бейна. Пытаются сжечь СФО, СФО отходит. Бейн без маны, ничего сделать не может. Никому пытается уйти, но по тавер не полезет. У нас Мантис и спину пару плюшек поймает. Потому что, ну, демон здесь, а я СФО просядет. Не просядет. СФО уходит. Но на нем 4 стака, да. Все равно хватает ему в спиду, чтобы уйти. Ну и обузит дальше ботл. What the fuck, третий уровень, 0-3-0 на третьей минуте. Очень печально все у мидера. Ну стики есть, хоть что-то. Ну и да, и вот тоже пак себе прикупает стики. Так, ну а нас адмирал Бульдог покинул сложную линию, пошел в леса фармить. Что-то его там, видимо, тоже напрягает очень сильно. Всего лишь 3 крипа добил. Ну да, очень тяжело за ним устоялось. Но там есть чем подцепить. Там и дизрапшн, и подкоп. Как бы под это подставиться один раз, и тебя сожрут. Поэтому он решил, ну нафиг, он на лайне не рисковал. Крипов не добивал. Он получил чуть опыта, третий уровень, и отправился в лес. Где тут ему уже никто не помешает. Кстати, что интересно, Лода вроде бы и Морф стоят на фри-фарме, никто им не мешает, но причем Лода где-то парочку крипов пропустил. Даже не парочку, а 8 крипов он пропустил. Очень интересно, каким-то образом Морф обходит его на достаточное количество уже фарма. Почему-то да, ну, возможно, это связано с тем, что Бэтрайдер его гонял в начале, потому что саппорт это ганга или мидера два раза, какое-то время не было, и, возможно, Бэт как-то Лоде кушал мозг. Мидас да. Все-таки покупает Лода. Появляется у нее рецепт. Я думаю, что тут как-нибудь онлайнцы подумают как-то побыстрее все это закончить. Дримкоил. Атака на аутофаку. Прилетает сюда еще Фурион. На сейве Ривз. Ривз Сайленс получает сделать, ничего не успевает. Еще пару плюх, да ладно. И Мантис залетает сюда. Куда ж ты ломишь, братюня? Есть слип. Заслипали Мантиса. Сейчас иллюзорий орб будет. Через секунду пошла арба. Не попадает. И это проблема у Фуриона. Ну, затыкает. Такие и... Даблкил от Мантиса. Это, в принципе, неплохо. У него 1000 на руки падает сразу же. И, ну нет, 6 уровня он не получил. Физы появляются у Фуриона. Ну, а вот Бейна... Бейн пока только 4-го. Сейчас 5-й уровень получит. Нужен ему финсгрип. Конечно, с финсгрипом тут бы стало попроще намного. Прилетает Мидас. Опа, стал кэтерингом, атака на ЕГМ, а и... Минус ЕГМ. Кстати, стрик с него сняли, 486, падает в копилку Эмбер Спириту. И может ну, быть, ботл. Ватафака, давай потей. На 6-й минуте-то. Я думал, там что-то серьезное случилось, ты так... Ну, так у него... Не, ну я понимаю, что для него это сейчас поворот такой просто очень сильный. Типа, игра начинает набирать обороты, вот он переломный момент, появляется ботл. Хотя еще не вот. Появляется. Потерпеть надо. Не выходи крипам, стой под тауэром, what the fuck. Будет ботл, все, начнется катка. Фурион фармит эншентов. На топе тем временем лайфстиллер разобрал вышку. 1000 на руках уже после мидаса на 6-й минуте. Это очень-очень даже очень. Так, нацепляют снова what the fuck. В миде пару плюх спин нужно дать. Флеймгуард был, оживает нас, what the fuck. Это факт, конечно, пойдет пешочком домой. Кстати, он сапог себе купил, а не ботал, вот оно что. Ну, если пешком домой ходить, то сапог полезнее будет, я тоже так считаю. Хотя деньги теперь на ботал хватает тоже.
Не, у Ватафаки игра пошла, на самом деле. Ну, он стрик сорвал, доминейтинг целый, куш. Можно все. Еще раз 6 отдаться, и потом хоп, обратненько. Сейчас атака будет нас на толкета. Нет, нет, нет. Отошел вовремя, он не подставился. Да, Леона пытались, не пошло. Ну и что, будет ли в медле драка? Уходит, уходит из фона, не стал ввязываться в файт, и правильно сделал, там за спиной еще стоит Shadow Demon. Бейн пятого уровня подходит. Там стоять, чтобы защищать ватафаку. Сейчас, да, оберегают мидер, иначе фит будет продолжаться, потому что СФО уже левел 7 и способен с прокаста забирать противника. Цепляют. У Леона огромные проблемы, под рейджем грызет, есть подкоп, попадает, но тут под хил, будет ли грейв, ну, если что, грейв есть. Прячет. Ну, понятное дело, что Аки тут... Инфест, флой. Просто уходит. Мидас, 1500 на руках, сапог. Все прекрасно просто у Лоды. Да, несмотря на то, что вроде бы по крипам он варфу проигрывает, но за счет Мидаса по Нетворс он побольше уже накормил. Уже на 300 где-то денег. Ну, Морф решил идти в линку. Эмбер. Вернулся в мид. С дабл дэмэджем находится сейчас Бейн. Остается ему буквально вот 400 опыта до 6 уровня. Будьте неплохо. 600 золота СФО до даггера. С даггером, я думаю, там вообще начнется жара. Да, очень быстро даггер получится. Так, ЕГЭ пытался кого-то зацепить, он с дабл дэмэджем, кстати, очень агрессивный. Ну, спокойная игра у нас уже начинает идти. Glows of Haste появляется у Nerys Prophet, скоро будет Midas. Стандартный айтембилд для Nerys Prophet. Ну, да, мне кажется, Бульдог вообще без Midas никогда не играет на Фурионе. Как бы у него дела плохи не были, даже если это 10 или 11 минута, он его собирает. Да. Ну, я не считаю, что это неправильно, при том, что игра, если может затянуться, то Midas очень-очень даже пригодится. Ну, два Мидаса будет Тойлайнс, пофармят, если вначале что-то у них пойдет не так. Хотя у них уже все хорошо идет. Только проблема, наверное, в Морфе, который на фрифарме до сих пор никто его не ходил, не гангл. У него 1700 уже, линка появится очень-очень скоро. Ну, с всему не боятся, не боятся. Морфа, там есть все-таки Сайленс, могут попытаться за время пока убить. И сейчас Найкс разожрется и будут нормальные артефакты, то будет... Мантис, кстати, уже купил даггер и... Ай-яй-яй, ошибка Мантис, не долетел. И Dream Coil, Silence, поехали. Да, у Мантис огромные проблемы, пытается он отпиться, попадает по нему арбом, тут еще ватафаку цепляют, правда, дизрапшн его отправили, но тут тычечка. Нет, улетает. Улетает. Фурион, спруты, ну а кто туда пойдет? Никто туда не пойдет. Да, грамотно поцеливали от финсгриппа, могло бы быть все гораздо хуже. Вот это сталкат ультанул сейчас. Отлично. Лицо Дазла сняло просто за один ульт. Ну и заход на вышку. Тренты. Десятая минута. Alliance уже уничтожили вышку на топе, и в медле, судя по всему, на XKZ ее тоже будут отдавать. Пауза. Пацаны, подождите, вы что творите? Да-да-да, что происходит вообще? А нет, все нормально, продолжает. Так, даже ТП какой-то делать агрессивный, еще одно ТП. Будут сейвить. Ой, как здорово прилетел Эмбер. Эмбер запрыгивает. Есть грейв. Ну, минус Бейн. Пришел в ремор, забрал прак, отлично. Чуть спанули Дазла. Ну тут СФО с инфестом ворвались. Морфинг тут же отвалился в таферну. Ну и Лода сейчас должен грызть. Уроды. Уроды. Рейдж был буквально. Через секунду. Это, наверное, крик Дазла был, когда его вытащили. Я озвучил крик души. Да, на самом деле неплохая драка от XKZ. Морф подошел в пятером, здесь подрались, 6-9 стал счет, уже более-менее. Единственная проблема то, что Морф подошел подраться, и Морфа отправили в таверну. Да, но сам фраг он тоже вроде как сделал. Так что соу-соу, я бы сказал. Ну, ни себе, ни другим. Что, Мидас появляется у Фуриона, наконец-то прилетел, сейчас Икспа пойдет. Оп, СФО, Мантиса. Накрыл в лесах. Толкает. Если ультимейт... А нет, ультимейта, поэтому ничего, он тут не предъявит СФО. Ну и Бейн с финсгриппиком может попробовать кого-то цепануть. Что у Лоду? У Лоды 1600. Пойдет в какой-то башер или... Лода любит Сию собирать. Возможно, это будет Сия. Барабаны, может быть, тоже в первую очередь. Посмотрим.
Альфа, кстати, 3.1.6 тоже с даггером. Очень неплохая игра от СФО. Из 10 фрагов он участвовал в 9. Отличный показатель активности. Ну и смог. Выдвигаются на поиски кого-нибудь. Дивардик, и поймать на дрифса. Ой, лол, СФО фейлер. Боже, сперва даггер надо, потом саленс. Что он сделал? Ну, походу, что-то перепутал. В любом случае, риф здесь, скорее всего, погибает. Сажал стики, но СФО забирает килл. Там, на самом деле, и ЕГМ должен был заслипать, но он почему-то забрейнсапил. И это позволило уходить. Запрыгли на морфа. Есть ли дримкойл? Дримкойла нет еще чуть-чуть. Получает сайленс, топор, у нее есть репликейт, но репликейт здесь в упоре, ватафак сюда подходит, и пока сюда прыгивает, пытается его цепануть. СФО под хил, должен быть грейв, есть грейв. Финн с гриппом щекочет ватафака в таверну, ну и Дазл тут еще армор накинул. Пить пытается, и у нас еще и топора, ой, хорошо рассказ, Бейна. Запрыгнул пак, дримкойл, уходит отсюда, топор перекачивается, вгрызается на экс, еще буквально тычку есть, тычка. А тут на самом деле конвейер гейминг пошел. А, развалили копейку. Сразу будет еще и тавр спушивать. Будет второй тавр копилку Элайнс. Отлично, здесь подыграл Каки, успел подойти он к паку и шеллоу-грейв закинул. В итоге пак остался живых. Что-то получилось. Да, ну Бейну не повезло. Решили выбрать его в качестве цели под Deadfinger. Finger of Dead. Deadfinger. Неважно, я думаю. Да, просто Finger. На самом деле, да, в замесе, конечно, вот этот Леон будет кого-то сразу снимать. Одного из суппортов, за счет своего прокаста он убирать будет. Тут вопрос только, в кого он будет врезаться. В прошлый раз он убивал Дазла, теперь он убивал Бейна. Возможно, появится какой-то пайп. Что, на Рошана решили онлайн зайти, укрепить свое положение, которое и так, в принципе, неплохо выглядит. 4000 по золоту выигрывают онлайнс, 5000 по XP. Сейчас, если еще Рошанчик заедет, вообще шоколадно будет. Ну что, 2700 у Лоды. Да, что-то держит деньги, пока не покупает. Рапирку сразу после Аегиса, а? Не, ну не настолько остальные, мне кажется. Или даггеры, поехали врываться. О, Майлштрас. Ну, тоже нормально. Ну, падает Аегис в копилку лайфстиллера. Морф без линки до сих пор. Вот дофармил бы лучше топор на лайне где-нибудь снизу, тем более там крипы подошли уже. Но вот он бегает, пытается в драках как-то участвовать. Безрезультатно, 1-2 у него стат. А может быть уже летит в курьере? Нет, еще не летит. Надо линку срочно. Да, линка здесь не помешает. Так, запрыгнул. Ну, будет ли пак на развороте с даггера цеплять? Нет, не стал. Может, конечно, запрыгнуть с дримкойлом. Но не тот случай. Фурион отправляется на ботом. Подпушит линию. На топе сейчас может быть атака на лоду. Здесь уже трое игроков на XKZ. Манти с дабл дэмэджем. Но подтягивается на суппорт Alliance плюс пак. И смог. Палевный смог. Сталкет просветился. Да, отлично. Должны понимать, что кто-то рядом. Кстати, возможно, не увидели хайграунда. Ривз пытается отсюда уйти и уходит Ривз с тэп-аута. Да, какой-то неудачный ганг немного. Угу. Не повезло Аке. Очень опасно играет и та другая команда. Прям на грани того, чтобы их ворвались и инициировали. Сейчас будет ответный смог от Alliance, да. Заюзали и побежали. Вниз, конечно же. Фармит там морф. Можно лишить его линки еще на какое-то время. Нет, решили на развороте остаться. Ну и что, СФО будет с даггера прыгать? На Эмбера. Запрыгнул. Сайленс, тут же Финс Грип. Есть. Спрятал ШД. Ну и на этом, я думаю, все закончится. Отлично, подстраховал здесь риф своего тиммейта. В этот раз получилось спасти ватафаку. Прям просто фармит. Прям почти, да, вот 11 уровня. Уже. Есть первые некры. Ну, у Лоды тоже все отлично. 1200 на руках уже после Мейлшторма. Продолжает истязать леса. Делает себе сам дабл спауны. Ну и... Пенотворцы мы видим. Никто его не трогает, никто не гангает, все у него хорошо. Ну и Пенотворцы уже от морфа он обходит на 1000. Достаточно серьезно, 16 минут. Атака на бульдога. Под инвизом два суппорта. Надо инициировать уже. Бежать надо. Сталкает слишком долго думал. Ай-яй-яй, вышел бульдог. Да, уходит отсюда Фурион. И, возможно, он сейчас прилетит на топ, где ребята уже вовсю пушат Т2.
Ember Spirit отправил Ремнанта, чтобы в случае чего ворваться. И, скорее всего, будет драка с D2 Tower. Надо бы. Надо бы как-то инициировать. Fortification. Тут Финсгрип будет только через 20 секунд. Можно даже отойти и как-то постесняться немного. Лайнс, по-моему, не собираются стесняться. Прилетает сюда Фурион. Есть инфест. Пак, будет ли запрыгивать? Нет, просто забирают вышку. Отдаются все-таки на XKZ, не собираются драться. Пытаются разменять. Нафармил на линку морф, надо добить тауэр. Он очень долго тауэром пробивает, несмотря на то, что вроде бы 150 дэмэдж с руки, но все равно. Fortification. Лайн задефует, я думаю. Подходит уже пак, так просто не отдастся и... Пак, сайленс. Как же больно морфлингу. И Дримкоил, морфинг в таверну, отсюда, понятное дело, не уйдет и Леон. Залетает сюда Фурион, и печальный опыт, наверное, получили сейчас на XKZ. Да, размен почему-то не прошел у них. Чуть-чуть не хватило. Бейн с Финсгрипом может спануть в атафаку, ему просто плюс один нужен. Здесь есть плюс один дазл, есть Финсгрип, пошел, дазл, минус армор, должен быть подхил, есть подхил, в атафака в таверну. Даже два суппорта справляет с мидером. А здесь из фо уже пошел Ривз, наказ приходится Адмирал Бульдог, тычку бы одну надо сунуть, еще одну может быть, а? Не, не надо. Ложка, куда ты развернулся? Ну трентов-то для Вижена можно было вызвать, кстати. Ну не стал. Бэтрайдер. Цепляет Фуриона. Бихолд. Минус два, тут разваливают уже вдвоем онлайн всю команду противника. Минус три суммарно получилось, Мантис. Без маны ник. Запрыгнул, минус Мантис, ну и улетит отсюда Пайк. Пак. Риск. Трипл килл байсфо. Да, 27. Там уже график, наверное, перевалили за десятку. Да, более 10 тысяч по золоту преимущество. Alliance по XP то же самое. Прилетает Фурион на ботом лайн и будет ронять еще одну вышку. А что летит к Найксу? Найксу летит полный Мьёльнир. Да, и вторая, получается, изи катка для Alliance. Что можешь сказать? Alliance настолько сильны или противники попадаются не очень собранные? Я думаю, Alliance сейчас даже в очень хорошей форме. Неплохо они выглядят, мало ошибок совершают, как бы агрессивно не играли, все это выглядит очень командно. Нави вчера проиграли достаточно быстро и досадно, поэтому, возможно, после этого как-то переосмыслились и играют в полную силу. В любом случае, призовой фонд StarLadder сейчас является, наверное, первым после International, поэтому за это... Пока вторым же, после Team League. Так еще. Мы обогнали Dream League на 10 тысяч уже. Уже? По-моему, да, вчера. Если не ошибаюсь. А, DreamHack. Не, подожди. Вроде 7 тысяч уступаем. Это такое, ладно. Ладно, все, ну, все еще впереди. И это призовой фонд, за который стоит побороться. Lifestealer забирает очередную вышку. Бэтрайдер ворвался. Сожрали Бэйна. Ульф Уриона пролетел. Пошел вгрызаться. Форстафы. Пытаются засейвить. Но тут есть Аегис, и, понятное дело, Лода хочет его разменять. На кого-нибудь хотя бы. Ну, хорошо, Мансили здесь на XKZ не поставил. 5 секунд до конца Аегиса. Сейчас включится Реген. Ну и включается Реген, да. Лода будет фуловый. 255 хп Регена на секунду. Отлично. Ну что, пак готов ворваться. На развороте. Прыжок от пака. Сайленс, пошли вгрызаться. Ватафака. Засейвили, ну, я думаю, ненадолго. Улетает в атафака, но... А что дальше? Отличный подкоп. Стал кэта. Ну, зашли уже на ХГ, видим, энты, и поэтому будет падать потихонечку тауэр. Лода под Мьёльнира нарезает неплохо. Подошли третьи некры. Ну, немного стесняются Alliance, конечно, понимают, что преимущество не настолько колоссальное, чтобы просто взять, вломиться и войти. Надо еще играть и в эти Mind Games, могут тут цепануть, кого-нибудь убить и так далее, поэтому аккуратничать. Улетают на топ. Решили немного сместиться, еще подфармить. 2600 у Найкса, нужно затариться, и вот тогда уже может быть что-то получится. Да, и у пака хекс появится совсем скоро. Хорошие артефакты. Ну, если бы сейчас, конечно, Lions провели хороший замес, они бы, я думаю, безусловно, закончили сразу эту карту. Но вот на XKZ хорошо сопротивлялись, хорошо хайтили. И пока еще время для себя выигрывают. Может быть, что-то и получится, может быть, удастся им перевернуть эту карту. Мы очень на это надеемся, что будет хоть какой-то хороший файт. Хасту забирает пак, прилетает к нему Хекс. Ну и что у Фуриона? У Фуриона 1300 после третьих некров. 13 уровень.
Больно-больно. Да. По графикам уже до 15 тысяч спустилось золото. И 12 с небольшим экспа. Стата неумолимо идет против NextKZ. ПСФО поймал привязку и... Ну, у хоста. Иллюзорий Орб, шифты, даггеры. Очень трудно его тут цепануть. Сейчас смещает сюда Дазл с Найксом. Подкоп. Подкопчик неплохой в лоду. Накрывается СФО. Еще тримкол. Запрыгнул. Как классно. Ульт Фуриона тут по вижену пролетает. Залетает сюда и Фурион. Пошли третий некра. Один отвалился. Даблки от Мирал Бульдога. СФО на развороте. Выталкивается Форстафом. Тут же Инфибл. Пытается уйти отсюда топор. Но, по-моему, его не попустят. Да, Финсгрип. Добивать его будут. Флеймбрейк поздновато. Этот Райдер еще и не попал. Мантис, конечно, что же за это накажут. До конца СФО. Пробивать с руки. По текстурам мансует у нас здесь Мантис до конца и свой еще фест-бомба сработала. Отлично. Минус 4. Там еще кто-то за спиной. За спиной Эмбер. Заслипают ли? Заслипали. Подходит Некры. Нужно подождать. Улетает отсюда. Ну, да. Я думаю, Alliance не особо расстроены. Просто пойдут дальше. Лода по миду уже перемещается. Там бит это 3 тауэр на пол хп буквально. И можно, например, по миду быстрее будет зайти. И быстрее можно будет снести одну из сторон. Фурион подлетает сюда. До трентов еще долго, до некров тоже. Поэтому придется с руки харасить с лоу-граунда. Лоу-левельный сейчас на XKZ, поэтому очень быстро респаунится. Тяжеловато. Лайнс. Пак, цепанул. Брейнсапом добивает его Бейн. Тут же байбек. Фортификейшн, и все-таки будут дефать. Байбеки пошли, да, но на СКЗ до последнего сопротивляется. Сейчас на развороте, видимо, будет еще одна драка. Чудо инфибу на морфинга, минус 107. 130, минус 107 просто. Привет. Спанули в атафаку, Сайленс, да, отправляет в таверну. Будет ли байбек? Он ворвался, непонятно. Байбека? Нет. Ультимейт Дазла повесил тьму армора, ну и будут заходить на хайграунд. Третья некра, заваливаются, вышка должна падать. Давай, догрызай, хорош, и бараки остались. Ну, тут дело техники, просто райт-кликом бараки сносим и уходим. Да, пока. Это все так и выглядит. Лода, конечно, может быстро их спилить. Ультимейтор, кстати, у него появился, не знаю, что она будет собирать. Пак, запрыгнул, дримкоил, цепляет топору, морфлинг, засейвили. Спанули Лоду, Лоду тащут. Должны расстреливать, есть грейв, ну и как-то Лоду надо подсейвить. Нет, Лода здесь, судя по всему, погибает. Подхил есть, Лода. Ультимейт. В ЕГМа, ЕГМ заслипался. Пак до сих пор тут мансит, не пытается убить Леона. Леон уходит пешочком. Тут уже ватафака. Огрызаются все равно. Бейна потеряли, бараки, конечно, упали милишные, но... Тут еще и Пак отвалился. Минус 3. На самом деле идет такое просто затягивание игры, то есть я думаю, все уже прекрасно понимают, что Alliance эту карту не отпустят, они уже шли сейчас до конца, а вот на XKZ, ну, подарили нам немножечко еще просмотра этой карты. Так я думаю, особо-то результат из этой драки не поменяется. Да, потому что графики опустились еще на 5000, несмотря на то, что игроки Alliance потеряли трех игроков, точнее команда Alliance потеряла трех игроков, графики стали еще хуже. Ну и не тот барак, кстати, били Alliance, но главное, что милишные снесли, и теперь крипы будут пожестче. Сами будут толкать линию. Да, они с рейнджовым толкают, но просто милишные смогут снести рейнджовый барак со временем на изи. Ну что, новый Рошан. Если что, Alliance за все это время потеряли только одну вышку на ботами. Вот сейчас могут потерять на топе, хотя нет, кто-то сюда прилетает. Пак. А Мантис-то, смотри, под смоком догонять. СФО, подставляется под лосой. Забрать бы его надо, ну-ка. А чем будем забирать? Очень трудно его забрать, правда, даггер у него сейчас сработал на Firefly, лол. Все, что можно, СФО, уходи, уходит, лол, СФО. Под ультимейтом Рифс оставит Римкоил, еще и кипсует. Что творит? Эти мансы, хикса есть, СФО. Как же долго живет этот СФО, и добьют его все-таки. Ну, размен СФО на Рошана, я бы так это назвал. Айбэк от СФО, он еще вернется в эту игру. Давай ТП на Т1 и продолжай. Да-да-да. А ТП кулдаун, говорит, да-да-да, он столько ТП делал. Ну хорошо, что у NextKZ достаточно позитивное настроение, даже после такого
проигрыша в этой катке. Ну, играть так. Рапира от Адмирала Бульдога. Хорош. На самом деле, играть против действующих чемпионов мира и видеть, что превосходит по уровню игры, это сильно расстраиваться от поражения от них, я думаю, не стоит. Да. Провести работу над ошибками. Посмотреть, что где и как. Пак запрыгнул. Сайленс. Ульт Фуриона пошел. Ну а где сам Фурион? Где наш мужик с рапирой? Мужик с рапирой не стал залетать никуда. Остается на лоу-граунде, ведь куда-то собирался. Он просто быстрее тавр бьет с этим рапирой. Такой раз надо. Ну, я слышал, плюс 300 дэмэджа помогают бить тавр. Ну да. Вот запили мантис, пожалуйста, тавр поздновато немножечко. Там линка пока спасает, батрайдер пайпэк, что-то демон отъехал, трипл килл по СФО. А Адмирал Бульдог сматывается. Чем он сматывается? Правильно делает. Он прилетел убивать Морфлинга. Отлично. До конца давай, Бульдог, пару плюх Морфингу. Надо два удара сделать. Ну-ка, посмотрим. Ну, закрою сейчас. Два перекачка. Давай, топор. Вейформы есть, ну. Он разведет еще, сейчас рапиру отнимет. Топор, перекачку, давай. Почти развел, тут что, крипы. Бульдог на 14 хп пытается уйти. Еще тысячку крипы, забирайте рапиру, идете ломайте трон. Все, спруты и ТПА, давай, блин. Он и так убегает, нормально. Был близок топор, чтобы перехватить эту игру, перевернуть ее. Я сомневаюсь, чтобы он перевернул на самом деле. Но с рапирой же морф, сильно. Good game, well played. Что ж, 28 минут понадобилось Alliance на вторую игру, чтобы закончить. Да, и пока нет такой команды, которая бы смогла сегодня Alliance остановить. Будем ждать игры 3. Кто у нас там сразится? Я не помню. Раунд 3. Файт. Это раунд пикин. Ну это... Нет, не фейк ГГ, я уже думал, что это фейк ГГ было. За Red Rye нам говорят, что третья игра будет. А, ну Вова сейчас должен. Вова давай. Должен Альянс, да, ты считаешь? Да, 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 я думаю, должен. Хорошо. Отомстит за всех. Я думаю, Вова тоже так думает. Вова каждую игру так думает против любого соперника. Ну и что, дорогие друзья, можно пока вот понаблюдать совсем чуть-чуть статистики. Пак закончился счетом 14-3-17. В счете того, что третью смерть он получил Мансую против 5 игроков на протяжении, наверное, минуты. У Лоды не так много киллов, всего 3-1-12. Кто всех лучше сыграл? Ну, топор, наверное, 3-5-4, стоя это на фрифарме. Да, вот СФО, 14 киллов, следом идет ЕГМ, 8 киллов, Адмирал Бульдог 5, Аки 4, топор с 3 киллами. Топ-4 киллеров из команды Alliance. Ну и гейм-статистик. Топора сравниваем с Лодой. Киллов по 3. Правда, у топора 5 смертей, у Лода 1. Ассистов 12, Лода 4, топор. Ласт-хиты у топора больше. 182 против 146 Лодиных. ГПМ у Лоды повыше. 624 на 458. Ну и XPM тоже на соточку обгоняет. Ну а это статистика команд. Суммарно 34 килла у Alliance, 9 Next KZ, по смертям 34 на 12, как удивительно. Ассисты 58 Alliance, 33 Next KZ, last хиты. Alliance не намного обошли, на самом деле, всего на 30. ГПМ на 1000. 1000 ГПМ лишних у Alliance. Команда Alliance суммарно на команду. Всего-то на команду, да. XPM почти 1000. 900 с небольшим. Да, но тут тотальное превосходство, на самом деле. Его можно было увидеть еще в начале по винрейту в 70%. Против 20, по-моему, или 30 Next KZ. Угу. Ну и что ж, дорогие друзья, у нас нормальная пауза там планируется. Я думаю, опять минут 20 с лишним, может, даже 30. Ну а сейчас рекламная пауза, немного музыки. Никуда не расходитесь, впереди еще две игры с командой Alliance, которую мы сегодня для вас с Рустамом обязательно осветим.
Sportbets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет.